сложно соизмерять силы и не силы. Дело в том, что все, что происходит внутри Союза, это жизнь, я считаю, частью своей жизни, себя частью Союза. Так получилось, что 20 лет, которые вот существует Татарстанское отделение Союза дизайнеров, это лучшие 20 лет моей жизни. Они захватили как бы и окончание института, и был гигантский стимул работать и сделать шикарный диплом, чтобы с этим дипломом попытаться как-то войти хотя бы в ассоциативные члены Союза. И так получилось, что вот 20 лет я рядом и внутри Союза. Поэтому силы, затраченные сюда, это удовольствие на самом деле. А удовольствие общения, все мои друзья, круг общения, это, собственно, Союз и есть. Это пожелание Союза на 20 лет. Я хочу пожелать не Союза, как вам, я хочу пожелать нам, как Союзу. Не забывать начало, то сумбурное, веселое, куражное начало, как Союз зарождался. Сохранить вот это вот потрясающее настроение, эту душевную молодость и помножить это уже на профессионализм, который появился по истечении 20 лет. Я думаю, следующие 20 лет как раз вот на этой теме и должны прозвучать.